В Казахстане виновных в неоднократном жестоком обращении с животными могут на год лишить свободы. Такие вот поправки в закон об ответственном обращении с животными сегодня в первом чтении одобрили депутаты Мажилиса. В законопроекте предлагается разделить наказание за увечья и гибель животного. За жестокое обращение с ним, повлекшее его увечья, предложен штраф до 350 тысяч тенге. А вот за гибель свыше 550 тысяч тенге. И если законопроект примут, то в административный кодекс добавит две новые статьи: жестокое обращение с животными и нарушение законодательства в сфере обращения с животными. Есть общее правило, установленное для привлечения к административной или уголовной ответственности в нашем законодательстве. Общее правило: несовершеннолетние за совершение преступления, кроме совершения преступления особой жестокости, особой тяжести, это убийство, отвечают 16 лет. До этого за их поведение ответственны их родители. Поэтому в законодательстве установлена административная ответственность за поведение детей в отношении родителей.